волнений может быть, когда ты проигрываешь 3-0. Хотя со стороны все выглядело не так печально. На ровном месте заработали штрафной. Был, не был, другой вопрос. Тем не менее, досадный рикошет получается. Первый гол со своей позиции плохо было видно. Судья зажег, сигнализировал, что вне игры, но потом разобрались, посмотрели. Ну, вроде бы как мяч залетел от нашего игрока, поэтому здесь все честно, все чисто. Ну и потом это удаление, которое, наверное, перевернуло эту игру. У нас, в принципе, мы пытались что-то сделать в меньшинстве. Наверное, у нас были хорошие предпосылки в некоторых атаках, но второй рикошет уже поставил нас в затруднительное положение, когда мы пропустили второй гол. Тем не менее, ну, нечем упрекнуть ребят, они до конца отдавались игре, и, наверное, 300% моментов все-таки мы создали, но не сумели реализовать здесь. И в заключение, конечно, пропустили третий гол. Мы так не играем, начали строить вне игры. Здесь нужно было просто соображать соперника и спокойненько разобраться в этом эпизоде.